Только лучшие товары. До скорого. Добрый день! Увидимся!
Хайра! Всего доброго! Добрый день! Тогда удачи!
Только лучшие товары. До скорого.
Отец едва не убил его при первой встрече, если бы не я. Правда? Думаешь, у Дарии был шанс? Я не так прост. Что ж, все здесь. Мы сделали все, что следовало. Теперь поможем людям выбраться из Ахеи. Буря собирается установить вздох Химеры на Сциллу. Но вздох Химеры теперь у нас. Бурю ждет сюрприз. Без вздоха Химеры ей не победить. В конце концов, я избранник Посейдона. Что? Застанем бурю врасплох. Мы с Варнавой атакуем ее в море. Если сможем потопить Сциллу с помощью вздоха Химеры, спасем тех, кто на берегу. Лодки торговцев? Пока мы отвлекаем ее, они успеют уплыть. Мы с Нимой проверим, чтобы все поднялись на борт. Это наш шанс уплыть с Ахеи. Дарий прав, Нима. Вам нужно на корабль. Вам обоим. Это ваш шанс. Что думаешь, Нима? Это наш шанс. Так воспользуйтесь им. Хорошо. Но нам нужно будет где-то переждать, не вызывая ничьих подозрений. Я знаю одно место. Дом на холме около Дим. Пойдем вместе. Но надо же. Раньше тут жил мой друг. Он пытался бежать из Ахеи, но неудачно. Мне нужно к остальным. Скоро увидимся. Есть в этом месте что-то? Здесь красиво и спокойно. Да, жаль, что ненадолго. Что дальше? Будем скрываться, как обычно. Хотя бы вино есть. Хотя бы вино есть. Хватит! Так я росла. О, но если серьезно, твой отец очень талантлив. Да, но эмоции он проявляет редко. Люди вроде нас редко заводят друзей. Мы не сидим на одном месте. Но мы встретились. За нашу дружбу. За нашу дружбу. Малака. Малака. Помню, как мы встретились в Македонии. Ели кабанину под звездным небом. Тогда я чувствовала себя как дома. С тех пор все было не так. До этого дня. Так насладимся моментом. Нужно найти Дария и остальных. Спасенные люди уже должно быть у причала.
Мои друзья. Скорее всего, я их больше не встречу. В нашу последнюю с Филой встречу мы поругались. Мы всегда ругались. Я не сказала, сколько она для меня значит. Как я ей горжусь. Теперь же я боюсь ее не узнать. Между людьми не часто возникает связь. Не стоит так быстро их отпускать. Да, не часто. Может, именно такого человека я сейчас и теряю. Не знаю. Капитан! Эй, капитан! Что случилось? Рядом собрался целый флот. Корабли будто чего-то ждут. Но мы не знаем чего. Буря. Корабль. Эти люди. Она знает. Откуда? Они уничтожат нас одним ударом. Ну уж нет. Я потоплю все их корабли. Как? Варнава, готовь к бою корабль и вздох Химеры. Слушаюсь, корабль готов. Отправим-ка эту бурю прямиком в Аид. Здесь мы с ним и сами справимся. Удачи, Алексиос. Мне нужно к Адрести. Капитан, вздох Химеры готов. Ждем команды. Спасибо, Варнава. Посмотрим, на что он способен. Капитан, вздох Химеры готов. Ждем команды. Спасибо, Варнава. Посмотрим, на что он способен. Парус убрать! Капитан!
с огненным залпом! Поднять пару! Потише! Готовьте весла! Лучники, вперед!
Заряд! Всем готовиться к бою! Берегись! Они идут на рельс! Замедляйте! Yeah!
Готовьте весла! Победа! Капитан, еще один! Гигантский корабль! Она на нем! Буря! Фила! Она на нем! Как ты? Нужна помощь? Нужно... Ничего не нужно. Буря, обойдемся без смертей. А Морг рассказал мне все о проклятых. Ты не виноват, что родился таким. Но умрешь, как и остальные. Я сделаю то, что нужно Ордену. Фила! Что? Что ты здесь делаешь? Я столько всего хочу сказать. Прошу, послушай меня. Поздно. Я слушала тебя годами. Я хотела защитить тебя. Я тонула. И кто меня спас? Ты? Моя семья. Это Орден. А ты лишь воспоминание. Ты прошлое. Тебе не стать одной из них. Фила, ты проклятая. Что? Я знаю, кто я. А Морг направил меня. Дал мне цель. Я не чудовище. Я буря. Тебя не спасти.
Ты кукла Аморга. Ты же понимаешь? Нет. Может, мы проклятые. Но главное вовсе не это. Нет. Моя судьба в моих руках. И мое будущее. Прошу, Фила, давай поговорим. Ты и я. Забудь обо всем. Пойдем с нами. Ты ей нужна, Клета. Прошу, у тебя осталась семья, осталась я. Мама! Ты моя дочь, Фила. Мне не следовало тебя отталкивать. Я всегда, всегда гордилась. Мама! Это твоя вина, хозяин орла. Твоя вина! Я сотру тебя с лица земли! Бой! Вставай! Закончи начатое! Такова воля Аморга! Мы тебе не враги, Фила. Для Ордена ты лишь инструмент. Они верят, что ты будешь убивать по их воле. Отринь их. Не дай лишить себя человечности. Встань и борись! Всего не успела сказать. Ты моя дочь, Фила. Я всегда, всегда гордилась. Алексиус. Простая жизнь не для нас. Нас ждет лишь смерть. Всегда знала, что так все и кончится. Отец, можем отплывать, пока горизонт еще чист.
Но теперь они вместе. Дарри и Нима скоро уедут. Нужно успеть встретиться с ними. Безопасности. Греки больше не причинят им вреда. Ничто не помешает их отъезду. К счастью. Ну, давай. Зачем жить, если не быть лучшим и не брать лучшее? Мне не понять.
Развернись и проваливай. Здесь бдительные стражники. Надеюсь, меня никто не заметит.
никого нет. Наемника нигде не видно. Отработали, угнули, наверное. Я убью каждого из вас.
готов, капитан! Мы будем здесь, капитан! Помню, ты поведал мне о своей мечте. Простая жизнь, лавочка на горе, рыбалка с сыном. И я помню. Не отказался от нее? Мы с тобой похожи, Дарий. Постоянство не для нас. С вами или без вас? Решайте уже! Алексиос. Дарий. Ну, вот и все. Вот и все. Между людьми нечасто возникает связь. Не стоит так быстро их отпускать. Останьтесь. Прошу. Неужели Дарий не спал всю ночь? Нужно поздороваться.
Ты вообще спишь, Дарий? Приятный морской ветер, запах океана. Зачем спать? Я бы все это пропустил. Все это. Самый голодный воин Греции вновь опустошил наши запасы хлеба и молока. Уже? Я же купил все меньше недели назад. Он так скоро всех нас объест. Значит, молоко и хлеб. Куплю, как обычно. Нет, вдвое больше. И я должен был отдать это торговцу, но я, ну, немного отвлекся. Да как тут не отвлечься? Передам это добро торговцу и куплю еды. Ха, вдвое больше. Агора уже открыта. Скоро вернусь. Купить хлеб и молоко. Передавай привет Дарью. Нет, спасибо. Алексиос, как ты, мой лучший покупатель? Устал и хочу есть. А, у меня было так же. Хорошие годы. Да, а, так и есть. Что ж, то, что задолжал Дарий. Нам нужно вдвое больше молока и хлеба. Насчет хлеба. У меня кончилась пшеница. Я хотел зайти за ней к крестьянину дальше по дороге. Может, ты зайдешь? Ради любимого торговца, конечно. Спасибо, Алексиос. Скоро принесу пшеницу. Это недалеко. Крестьянин живет рядом. Это быстро. Когда Элпидий зайдет ко мне? Уже скоро. Торговец прислал меня за пшеницей. Хорошо, она там у ограды. Вот и пшеница. Сейчас будет хлеб. Не заставлять же любимого покупателя ждать. Готово. Хлеб только из печи. Молоко только из-под козы. Скоро увидимся. Надолго этого не хватит. Кажется, скоро я буду работать на одного Элпидия. Вполне возможно. О, истребляет зло, конечно. Конечно, да. Молоко и хлеб есть. Можно и домой.